Улица Новгородская в Хортицком районе. В доме номер 8 проживает более 150 жильцов. Многие заселились сюда 45 лет назад. Говорят, что с начала эксплуатации дома внешнего освещения тут не было. Очень темно. Начали жаловаться. Я лично сама упала. Вот это, выходя из арки, я там упала. Вот, поломала руку. Теперь рука у меня левая не работает, потому что очень серьезный был перелом. В июле сразу возле нескольких домов были выполнены работы по монтажу линии наружного освещения. Все светильники современные. Вместо ртутных установили светодиодные лампы, которые намного экономичнее и прослужат дольше. Были установлены 8 опор наружного освещения и 11 светильников. Светильники современные. Светодиодные светильники мощностью 50 ватт. Высота новых светильников чуть более 8 метров. Вечером они работают в полную мощность, а вот ночью включается энергосберегающий режим. Гарантийный срок эксплуатации светильников 50 тысяч часов. Брак, конечно, бывает, но по сравнению с ртутными лампами примерно в 2-3 раза срок эксплуатации выше. Мы теперь такие счастливые, бабушки, можем посидеть на лавочке, вечером подышать. Всего в 2017 году по городу планируют установить линии наружного освещения на 126 улицах. Юлия Пасько, Иван Демяненко, ТВ5.